дорогие друзья! Мы сейчас находимся... Машина едет, Рогелер. Мы сейчас находимся в 50 километрах от Алани в горах и едем в деревню. И хочу вам показать вот эту вот всю красоту, которую мы проезжаем. Мы остановились на передышку, потому что дорога такая очень извивается, в общем, вокруг гор, поселков, домов. И остановились вот в такой живописном, в таком живописном месте, чтобы немножко отдохнуть, чуть-чуть размяться, и, конечно же, подышать свежим воздухом. Айхан настолько счастлив, потому что свежий воздух вдали от города. Айхан, красиво? Очень красиво. Очень красиво. Ага. Природа, конечно, в Алании потрясающая. Находимся в деревне Каябаши, и здесь вот такая беседка, куда жители деревни приходят, особенно вечером после работы, и открывается вот такой вот вид на Аланию, конечно же, на море. И здесь очень прохладно, даже летом. Сейчас вот я, например, стою, холодный ветер, и летом тоже очень-очень прохладно. В общем, все местные жители аланийские, когда стоит внизу стоит невероятная жара, все уезжают в деревни и проводят лето в деревнях, потому что в деревнях намного прохладней, чем в городе. Свежий воздух, фрукты, овощи. В общем, мы тоже думаем как-нибудь на лето поселиться в деревню. Пока об этом, конечно, думаем. Когда это сбудется, пока не знаем. Вот такая жизнь в турецкой деревне. Потрясающая, конечно, здесь, друзья, атмосфера. Так прохладно, прям... Ощущается прям прохлада. И посмотрите, какой открывается вид на море. Отсюда вид на море. Здесь я могла бы жить, конечно. Ой, чистый воздух, солнце, зелень, свежее все, кислород. Вниз, и сейчас я вам покажу пляж Кейкубат. Немножко стало пасмурно. В общем, покажу вам все, что происходит здесь на пляже Кейкубат, набережную и море. Вот так вот сейчас выглядит набережная. Сделали тут некоторые ландшафтные работы, высадили цветы. Вот это оливковое деревья. Оливки уже зацвели. И у нас, кстати, около дома тоже оливковое дерево. Оливки зацвели, и скоро, не скоро, в сентябре-октябре месяце мы сможем собирать свежие оливки и их солить. С пляжа Кейкубат открывается очень красивый вид на крепость на Аланийскую, на Красную башню. И, как вы видите, постепенно пляжные бары открываются, уже выставили лежаки.
И, кстати, когда выходит солнце, становится очень жарко, и народ уже загорает. Люди занимаются спортом, очень многие прогуливаются. И давайте сейчас с вами спустимся непосредственно на пляж. Давайте теперь посмотрим, теплая ли вода или нет. Вода достаточно, на самом деле, теплая, но поскольку пасмурно, кажется прохладнее, чем она есть. Вот такая вот у нас здесь красота, друзья, и гулять в пасмурную, даже в пасмурную погоду по пляжу, это просто невероятное удовольствие. Напишите в комментариях, в какое время года вы любите приезжать в Аланию. Многие, конечно же, приезжают в Аланию летом. Июнь, июль, август, когда стоит самая жара. Но мои самые любимые месяца в Алании — это вот как раз апрель, май. И, конечно же, сентябрь и октябрь, когда стоит бабье лето и просто невероятно приятная, комфортная погода. Вечером тепло, днем не жарко. И вот вы, наверное, видите сзади меня, есть люди, которые даже в такую погоду находятся на пляже. Поэтому напишите обязательно в комментариях, в какое время года вы любите приезжать в Аланию и где любите останавливаться. Я уже вам говорила, что наши любимые, самые любимые пляжи с Айханом — это пляж непосредственно вот там вот около Красной башни. И мы очень любим пляж Домлатаж, который находится на той стороне, за горой. Поэтому пишите тоже. На Клеопатре мы очень редко бываем, но думаю, что в этом году мы обязательно будем на Клеопатре чаще, чем в прошлом году. Ну, кстати, я это говорю каждый год, потому что зимой мы скучаем по морю и хочется на пляж. И когда наступает лето, мы ходим на пляж, ну, я не знаю, раз в неделю мы ходим на пляж, наверное, только по воскресеньям. Поэтому надо ходить на пляж чаще, потому что море — это здоровье, это бодрый дух, это красота. Ну, в общем, даже, видите, звук моря, он настолько воодушевляет и, я не знаю, как-то радует и одновременно успокаивает. Ну, это потрясающе, это невероятно, невероятно. Хотя вы все мне пишете, что кроме слова «невероятно» есть и другие слова, но слово «невероятно» подходит Алании больше всего. Скоро лето, и пляжи будут заполнены туристами и местными, и иностранными туристами. Ну, в общем, да, мы тоже живущие здесь
соскучились по лету и с нетерпением ждем того момента, когда сможем пойти на пляж Домлаташ и попрыгать на волнах. Ну, в общем, потрясающе. Самое главное, друзья, не забывайте пользоваться солнцезащитными кремами, когда вы приезжаете или вообще где бы то ни было находитесь на солнце. Ну и, конечно же, не забывайте страховки, туристические страховки, если вы приезжаете, особенно не по путевке, потому что когда вы ездите по путевке, страховка у вас есть, а когда приезжаете сами, обязательно покупайте страховку, это очень-очень важно. Заботьтесь о себе, и тогда будет меньше проблем. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем всего хорошего и добро пожаловать в нашу прекрасную Аланию!